Но мы погнали в магазин, наконец-таки. Сейчас зарулим к соседям, узнаем насчет такси. Оттуда в магазин. Одиннадцать ровно. Первый способ не прокатил. Наши соседи никого не знают из Лучков, кто мог бы потаксовать. Там, говорят, одним мотоциклом для трактора. Поэтому сейчас поедем в магазин, будем в магазине узнавать. Мы зачалились в Лучках. Магазин. Идем в магаз. Оставили байдарку здесь. Попробуем затариться водой, продуктами и одно из самых главных дел – это найти такси. Так. Поднимаемся в Лучки. Здесь где-то рядом колодец был. Вот. И неподалеку магазин на площади. Магазин вон дальше. Ну, да, правее туда. Колодец с дверкой. В прошлый раз он был такой. Ну, заброшенный, можно сказать. Ну, им пользовались, но он был в таком среднем состоянии. Почта России. Да. На выходе выглядит. Газ. Здесь есть цивилизация, в общем. Телефон и магаз. Да, телефон, магаз. В общем-то, цивильное место, цивильное. Даже, в общем-то, его, наверное, можно назвать симпатичным. Ну, телефон. Спасибо. Да. В воскресенье с 9 до 20. Мы закупились в магазине. Кушаем мороженое. Оказалось, что у продавщицы есть знакомый контакт одного дядечки, который согласился по предварительной договоренности нас, меня, забросить в деревню. Вот. Поэтому вроде как все складывается хорошо. Вот место Почта России. Рабочие моменты. В любом месте, где есть связь, появляются у нее дела. Мы нашли дядю Колю! Дядя Коля! Мы нашли дядю Колю! 930 же? Да, 930. Это не цена, это код оператора. Цена вроде как 1000 рублей. Я так и думала, нормальная цена. Ну да. Ну что, в районе 1000? Ну да. Ну, в крайнем случае, соточку накинуть ему можно будет. До Никольска доехать. Ну, короче, сейчас водички наберем. Поплывем обратно. Против течения. Сюда мы плыли около получаса, наверное. В общей сложности, ну, не считая разговора с соседями, но зато здесь есть несколько стояночек, которые, в общем-то, можно приметить на случай крайней необходимости, если больше негде встать совсем. Почти дошли. Мы почти дошли. Вот и наша байдарочка. Грузимся. Мы решили сделать небольшой привал. Мы плыли 16 минут против течения. Здесь такая прикольная стоянка. Живописная, по крайней мере. Вот сейчас здесь передохнем.
идти против течения еще дальше. Что вы при этом чувствуете? Я не знаю даже, что я при этом чувствую. Мы передохнули, готовы дальше струячить. Мы наконец-то дома, в нашем лагере. Уже доплыли, плыли целый час против течения. А по течению полчаса. Собственно, получается, что против течения в два раза больше у нас маршрут занял. Это еще на пустой байдарке. Ну как пустой? Почти пустой, там не считая 15-литровый канистр воды, но и так по мелочи. Сейчас будем борщичок есть. Вкусный. Вкуснячий просто, он вообще божественный борщ с чесноком и тушеночкой. Время 2:30, уже у нас практически сплавной день получился с этой поездкой в магазин. Вот, так что сегодня уже едим и отдыхаем. Несколько раз на дню наблюдаем такую картину, что в реке какие-то пузыри постоянно идут. Пердяшки. Пердяшки. Река попукивает. Выяснили, что это какие-то залежи скопления метана периодически вырываются наружу, когда достигают какой-то критической массы. Но выглядит прикольно. Там сначала казалось, как будто там кто-то плавает и пузыри пускает, но пузыри стоят на месте. И никого не видно. Он там в траве уже, не знаю, уже минут 5, наверное, бурлит. Самая долгая сессия пердяшек за мои, за наши наблюдения. Там постоянно образуется. Что-то там мутится. Интересное явление.